Так, продолжаем. Excavation complete. Access lift operational. Generator complete. If we don't address the lack of available scientists in the lab soon, we run the risk of falling behind on our research. Excavation complete. В общем, надо ждать миссии, наверное. This technology has a number of potential applications. I'm sure the science team is eager to begin. I'll notify you as soon as we have something significant to report. Блин, все как-то плохо, на самом деле. Семьдесят две штуки надо. Либо. Блин, 200. Кхм-кхм.
медиум тарелкам прикольным. Там прикол, что Канада почему-то вышла на 9 марта уже. No joy here. Так, я 3 раза попал, да? Надеюсь, это Райдер. Что-то он не горит пока что. Он загорелся. Надо еще 2 раза попадать. Давай! Тащи! We have eyes on the bandit. Круто. Так. Райдер, значит, да? Так, 73 метка, 70. Привет. На сбитый рейдер. Мне реально стрёмно. Понадобится скаут в этой миссии точно. Так, не знаю, бегом его делать. Я заново начал, это 4-я миссия уже. Пока без потерь идем, без сейфлоудов тоже. Это 15-я бета. Так, два...
там ничего не случилось, просто надоело сейф-лоуд. Бред. Лучше проиграть с достоинством и закончить, чем... It looks like the aliens went down in a sparsely populated area. There are civilians in the area. I hope they stay clear. Не знаю, вот я одного снайпера только взял. Strike one is ready to secure the craft. Copy, Big Sky. Strike one is clear to attempt the breach. Так. Да. Moving to position. Verstanden, Commander. Да как так-то? Офигеть. Как-то он так увидел. Этот главное не видел, а этот увидел. Офигеть. И это... Грёбаный... Начинается. Офигеть, он их вообще не видит. Приплыли. Ладно. Надо будет отойти немножко. Гребаные дроны. Пацаны, отход. Куда ты можешь отойти-то нормально, ё-моё. Ну что ж. Очень плохо. Офигенный пак, да? Moving to position. Target still up. Блин, ракетчика нету, вот проблема. Опа! Сейчас меня дрон распихает, чувствую. Как он так не заметил их, а? Я специально пошел туда-сюда. И снайпер не видит, ну офигеть вообще. Ну как так-то? Нормально? Вообще, в принципе. Ах,
что за бред, а? Ну, есть один шанс. Если я встану инфантерию сюда и сниму его. Если я его не сниму, то тогда ты можешь гранаты докинуть как-то. Куда-то сюда попасть. Так, а вначале тогда гранаты давай. Потому что этот вроде в дефе сидит нормально. На единичку. Плохо. Друзья, сказали, там АП тащит, да, еще? Может, надо было АПшку кидать? Вот АПшка что-то, когда они в воздухе, вообще их не коцает. Тут, видите? Да. Опа! Давай. Молодец. Это было эпично, просто эпик, молодец. Bien, commandant. Не молодец. Да. Проблемы, конечно. Ага, почти. Так, хорошо. Он просто залетит сюда прям. Так. О боже. Сбей. Да ежишь! Круто! Так. Вообще огонь. Это было огонь. Так, хорошо. Подходи сюда, тебя подлатаем. Heading there now. In Bewegung. Fertig und bereit. Пак дронов, конечно, раскидать. В такой ситуации это большой успех, я вам скажу. Пак меня увидел. Мы тут на прошлой миссии желтого сагрили, пока с сектоидами. Это тоже было страшно. Но в нас попали один раз, один хп осталось. Увеличили время, кстати, восстановления очень жестко.
Фатига теперь не по 3 дня, там, не по 5 дней, а по 10. Вообще жесть. Я слышу, еще дроны есть. Еще дрончики будут. Так, поскольку там... Подождите, ну давайте попробуем посмотреть, кто там что там. Или лучше не стоит. Лучше перезарядиться там. Да? Position confirmed. Good to go. Aye, aye, commander. Je vais vers la position. Так. Блин, идут все-таки. Давай. Молодец. Инфантри бегин. Зараза. Так, дрона там не было, да? Так, плохо. Здесь вот деваться некуда. Немножко. Давайте Overwatch. Укрытие. Здесь анкер. Здесь тоже можно Overwatch на самом деле. Давай снимаю его. Ajuste ma visée. Молодец. Так, двое остались. Так, это скаут, да? Давай. Solid copy. Одного только вижу. Ладно. Молодец. Так, пока не добегает, да? Причем еще Overwatch может быть, так что давай назад. Опять стоим на Overwatch. Вообще неправильно, надо было, конечно, поменять их местами. То есть это вот... Это у нас в зоне риска. И слева еще заходит, надо убирать скаута отсюда. О, целый бежит. Попадайте, попадайте. Ой. Еще попасть. И он потратил свой ход. Нет, 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 только не дрон еще. Ничего не надо. О, это плохо. Это плохо. Так, скаута убираем вообще отсюда. Давай, скаутик, снимай там Overwatch, чтобы мы могли сбежать. О, лайтнинг рефлекс, отлично. Так, хорошо. Нам нужно что сделать правильно? С снайпером попасть вот в этого. Молодец. Идеально. Так, теперь на ранангане надо добежать до сюда и снести его.
Jawohl, Sir. X-ray ausgeschaltet. Так, теперь. Надо заставить их подходить, да? Тогда давай сюда. Сюда. Скаут отходит. Moving to position. Так, так. Aye, aye, commander. Да нет, 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 4 дрона. Твою мать, жопа, походу. Патронов нету, инфантри. Ракетчика нет, 4 дрона вышло. Просто жесть. 4 дрона, и эти прутся. Убивайте, друзья, убивайте, иначе нам... Сейчас эвакуировать придется все, все это дело. Ужас, 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 ужас. И этот в панике остался. Вот ему жопа сейчас будет. Этот никого не видит. Так, короче. Хм, такая борода. Бородам. Даже не знаю, что делать. Heading there now. Снайпер не видит, да? Снайпер надо переставлять сюда. Перезаряжаться. Так, скаут будет танковать в ханкердауне. Потом должен закинуть гранату. Ты должен. Так, отходи сюда. Overwatch. Bien, commandant. Ты сюда. Prêt pour la baston. Reload, ты вот сюда, Overwatch. И молимся. Блин, а если он добежит до сюда? И убьет его. Четыре дрона, просто жесть. Четыре выстрела, что не переживет. Еще и в панике. Ну все, хватит, отвалите от меня. Ужас какой. Нет! А как тут Overwatch надо снимать как-то? Лол. Всем 5-5. Так, снимать надо дронов, ребят. Дронов. Давай, попадай. 55%. Попади! Да! Молодец! Это просто эпично. Так, Overwatch надо снять вначале. Не спешим. Не спешим. Overwatch не снимется, блин, если я сюда побегу. Нужно реально далеко забегать, а потом назад куда-то бежать. Кто должен сняться, по сути. Да, видите, там не снимается, вот здесь снимется только. Чтоб этот уйти мог.
Офигеть, нас прижимают. Но если заход будем по одному дрону убивать, то в принципе уже норм. Не докидывает, хорошо. Roger, tracking. Ходи. Блин, сюда опасно ставить, уже дроны могут доехать. Сюда тоже опасно, мало ли еще кого-нибудь сагрим, вообще будет 6. Так. Стрелял, промазал. Стоит ли... Так, сейчас будем дымовуху накидывать, наверное. Так, тогда здесь опять Overwatch, здесь опять Overwatch. Здесь дым сюда, давай накидывай. Блин, убили только одного дрона за этот ход. Так, три дрона, три сектоида. Офигеть ситуация. О боже. О май гад. Убей, убей, пожалуйста, убей! Убей! Черт. Так, ладно, с двухстволки одного должен снять. Снайпер 55% другого. Жесть! Ой, его еще починили. Ну это, кстати, хорошо, что починили. Хотя с другой стороны. Гранатки. Тихо, он в панике, его еще засупрессили. А, да его засупрессили, чтобы дрон зашел сбоку. Так, 55. О, еще этот пошел все-таки. Так, ну какие опции у меня тут? И дерьмо, конечно. Ладно, если я снайпером смогу завалить, скажем, вот этого дрона, что изменится тогда? В принципе, тогда все изменится, если этот дрон упадет. Давай. Ну, тащи. Жесть, что творится. Так, ладно, какие еще варианты? 76%, что ты убьешь его, да? Блин, если бы вот этого дрона здесь не было, потому что если я захожу сюда, стреляю, убиваю этого, он заходит сюда. Если я... О, боже. А вариантов убить вообще нет туда больше. Две паники. И жесть, какие гранаты есть. Кого-то точно теряем, походу. Походу кого-то точно теряем. Так. У этого 4 хп, ему, конечно, нельзя получать вообще урон. Так, а что будет, если я, допустим, нет, сюда плохо. Я, наверное, на дальнюю дистанцию как-то ходить. А если я чисто run and gun? Подбегу, не знаю, блин.
Так, один... А, вот второй здесь стоит еще на... Overwatch, скорее всего, да? А у скаута сколько хп? Если скаут может выжить, у него 6. Но... Два выстрела, три даже, он до сюда не добегает. Что если я скаутом добегу до сюда? Он гранату докинет до того. Потому что если он будет стоять здесь, вот этот вряд ли попадет. Джаз, кто это вообще мне нужен? Лучше сектоид убить, чем никого не убить, правильно? Что делать с этим? С одной стороны, я могу отойти вот сюда, да, и попытаться убить это. Но это не главное, мне вот этого главное убить. Если я становлюсь сюда, здесь меня отлетаю. Блин, как компьютер жестко со всех сторон налетает. А если я, например, вот этим челом, не знаю, вот сюда добегу и постараюсь его снять. А тут нету с двух сторон, да, никакого укрытия. Только вот типа вот это. Хардкор, блин. Да. Друзья, а по граната может типа этого убить? Но толку вот это, он-то дальний самый, мне пофиг на него. В основном. Куда еще может? Причем не факт, что я еще убью, да, его. Elevated position. Ладно, давайте сюда скаут. Не очень хорошо получилось. 76. Здесь будет хуже, да? Тогда, в принципе, я могу пожертвовать, да, одним челом, например. Каким? Не, мне надо сюда заезжать, да, все равно. А дыма больше нету, да? Да. И очень важно сейчас кого-то, блин, убить. Почему такое происходит, а? Почему такое происходит? Полуукрытие, блин. Полуукрытие. Если я этого не убиваю, он может убить этого, этого, этого. Плюс заезжает вот этот, может убить того. Этот заезжает, убил. Блин, да они тут убивают вообще все, что угодно. Я даже не знаю, что делать. Ужас какой. Ну а что делать? Ну давай. Сколько процентов? 70. Жопа. Такая жопа. Хоть надо сваливать. Это слив, ребят. Да. Он
меня все еще. Еще и паники все. Перезарядил. И. Спрэшн еще один. Ничего, улетаем. Или еще рано? Да уж рано, блин. Сторон так жмут рано, да. Конечно, рано. Я, конечно, могу зайти в этому в бок. Скаутом. Пристрелить его, например. Коцаны, в принципе, может и не убьет. Отчаянные меры, смотрите на это. Не показано, что нет ничего. Опа. Ну да, он. Скауты следующим ходом завалят, наверное. Может и нет. Так. Теперь. Тут у нас укрытий нету, да? Гребаных дронов троих. Нам надо как-то от них бегать и стрелять. Но вот нам надо этого дрона снести. То есть меняем позицию сюда. Пытаемся завалить дрона. Да ладно, промаж, урод. Промаж. Супрешен опять. Ну это хорошо, все равно сейчас его завалят. Опа. Это был халява. Блин, мой ассалт хороший мой. О, сел. Он сел и починил. Хорош. Севшего будет легче пристрелить. Они инфантрию еще не убили. Это вообще хорош. Подождите, а у скаута патронов больше нет. О, во фланг зашли, да? Или что? Так, секунду. 85%. Какая боль! Ну это пипец уже какой-то. Чё за боль-то? Бей его. Молодец. Скауты патронов. Так, куда бежать? Может просто бежать куда? Да. Давайте сюда переходим. 81, давай, тащи. Так, я в принципе могу сейчас в рассыпную, не знаю, куда-нибудь свалить в рассыпную. Я никуда не могу в рассыпную свалить, мне кажется. Мне кажется, нет смысла никуда валить. Надо траться. Походу. А, ну вот сюда могу еще отойти, да. Подходим сюда. 77, давай, завали его. Есть контакт. Так, а теперь тебе надо куда-то свалить.
Да. Или делать нечего, просто стрелять. Нет, нет. Не бежал, не доехал. А все равно попал. Но не убил. Так, главное, чтобы другие не... Нет, нет, нет. Промаж, скотина. Блин, ты с починкой. Скаут, живи. Скаут с пистолетом сзади, без патронов, бегает. Ё-моё. Так. Снайпер, тащи. Хоть попал эту. Скаут, патронов нет нигде вообще. Так. Типа П. Гранатой может попасть. Окей. Да, надо вначале пострелять. Верхнего, а потом АП гранатой. Так можно спасти. Не убьет его. Нет? Ой, убьет другого теперь. Да ладно, жив! А чем убивать-то? Чем? Эпичные битвы с дронами, блин. Так. Подбежать в... Пистолета пытаться убить его сейчас. Наверное, это лучшая идея, чем вообще поголим. Давай. Давай один пистолет в упор побегаем просто. Просто в упор. Нет! Toasted. Moving out. Ready to engage. Теряли. К сожалению. They gave me a position. Мощного чела, я теперь даже не знаю, как желтых убивать. Там их два будет. Можем реально даже не завалить. Жесть какая-то. Фу. Блин, я на самом деле думал, что я потеряю больше. Скажем так, броня зарешала немножко. Так, ну что, идем, да, желтых захватывать. Блин, потеряли. Ладно. Все, фигня, ракетчика не было. Okay. В принципе, если в упор нормально забежим, то... Должны справиться.
потому что нет опции ударить прикладом. Но я думаю, что по железке это их летающий прикладом бей не бей, и все равно. Сам понимаешь. Так. Показали, что желтый где-то там. Окей. Аффирматив. Я очень рад, что инфантерию топовую не убил. Блин, а это, кстати, топовый этот был ассалт. Moving to position. Position confirmed. Я не знаю, что это. Их осталось только 5. Но это был валидол, конечно. Так, слушайте, если показывают, что они здесь, возможно, если они сразу будут за дверью, то это будет очень хорошо. To withstand an impact like that, such a velocity. The materials used in that vessel's hull must be at least an order of magnitude beyond any element we know of. Блин, ещё мобильность солдат такая себе. Ай-ай. У меня заряжены все пистолеты. Да перестань, там есть... Je suis de retour. Могу перезарядить, но это ничего не даёт, я тебе говорю. On our watch, commander. Дойдёт там до пистолетов, потому что... Первый выстрел, потом они стреляют. Один хотя бы, да, может получиться так, что будет стрелять. Вся надежда на инфантрию. Скорее всего, здесь за дверью. Running. Надеюсь, сразу за дверью будет. Никуда не разбегутся. Блин, вот понимаете, я же брал на миссию этого ассалта специально. Сюда что тащить. Этих желтых. Они что, здесь прямо? А, либо... Я что-то не пойму, где они. Давайте снайпера на всякий случай поставим вот сюда. I'm on it, commander. Solid copy. J'y vais. That's affirmative. Verstanden, commander. Сделаем. Давайте сюда бегите. Опа. Ой, как далеко забежал-то. Тихо, как он все зафунговал? Что за бред? Как он далеко забежал? Ё-моё. Чё, реально? Походу будет еще потери. Если мы сейчас всеми, конечно, не отступим. Но если мы отступим всеми, потери могут быть еще больше. По факту. Так, хорошо, давайте попробуем затерпеть. А походу еще кого-нибудь потеряем. Вот он неудачно залетел. Он вот здесь находится. Да, да, через прикрытие. А граната последняя. Завтра будет стримы покера, завтра воскресенье. Каждое воскресенье у нас я играю в карты. Возможно, стримлю даже. Так, слушайте, мы можем инфантрию вот сюда зайти. И крит 10 надо выбить. Je vais vers la position. The alien flight computer could prove to be extremely useful in our own research. Please take great care in returning it to the base in one piece. Так, максимальный урон наносим. Может быть, десятку выбьет. Выбит. Максимально 10 из... Максимальную десятку и выбил. Так, теперь надо прикрыть его как-то. Как его прикрыть? Дверь закрыть как-то. Я не знаю, ну блин, второй просто... Сейчас же ушатает. А, тихо, смотрите, я могу забежать. Даже кем-то. Ну, если я скаутом забегаю даже, да... 10 урона я никак не выбью, вот в чем прикол. Вообще никак. 10 урона невозможно выбить с СМГ.
Поэтому есть опция. Heading to that location. Что, забегаем сюда. Никого не видим пока что. Забавно. Так, давайте подставлять тогда вот этих ребят, не знаю. On my way. Verstanden, Commander. Блин, я даже не знаю, куда снайпер девать. Давайте снайпер вот сюда за дверь поставим. Roger that. Так, здесь можно, наверное, Overwatch. Да пофиг, всем ставим Overwatch. Уж красный туман сработает, не знаю, что он. Ну, промахнуться он тут не может, конечно. Another day. Потеряли ассалты и нюбаса. Не очень хорошо. Снайпер, которому дали close combat специалист, это четко вообще. Скаут. Иммун критам. Фантряс критикал шанс. Ох, не хочу его светить всех. Вообще галимые эти штуки. Шпатл сканер. 35 дней ушел. Так, ладно, скаутик. Лоун Вольф. Вон Critical Hit, там тоже прикольная вещь. У него хп много, кстати. Возможно, что это взять. Да не, надо Walking Mode. Бегает, стреляет. Катрин Лиман. Прислали какую-то еврейку. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. У нас один, да? Скаут один, снайпер, ты хренище. Так что у нас ассалт тоже один. 14-13 ассалт. Инфантрия раз, два. Не, делаем тоже инфантрию. Хотя можно не инфантрию сделать. У нас инфантрия. Еще раз. Раз, два, три. Ганнер есть. Да, подрались мы не очень хорошо. Боже мой, еще с самолетами беда теперь. Ух ты. Так.
давали денег. Все продаем, не надо ничего делать, значит надо заказывать скопы и все остальное. Продаем, продаем, вообще не паримся. 600 бабла. Прикольно. Так. Так-то прикольно, лаборатория сейчас будет готова, да? Сателлит Аплинк. Так, значит, что мне надо заказать? По-хорошему вообще нужно термогенератор, как можно быстрее. Потом. Воркшоп. Слушайте, а чем мы будем вообще сбивать кого-то? Стелит Аплинк, типа пауэра нету, да, больше? Хорошо. Репер Бэй. Через 3 дня закажем еще одну. Да. Online. Commander, we're receiving a transmission from the Council. Coming on screen. Excellent. We look forward to seeing your progress. Mm-hmm. Так, стрёмная миссия. Пожалуй, возьму ганнера. Гранатчика. Стоит ли брать скаута, вопрос. Не, давайте ганнера. Сал тогда не берем, что ли? Что за инвалидов прислали, я чуть не помню. Нереально. Каких-то не очень парней прислали.